Театральная студия общественной организации инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» отмечает 20-летие. Для особенных актеров студия стала вторым домом и воплощением мечты. Театр, это я еще тогда, когда был маленький, в детском саду. Дома я всегда сам себе делал театр. Надевал или фуражку, или кобуру, и все, сам играл в роли самостоятельно. Ну, театр – это моя жизнь. Здесь второй как дом у меня, мне на сцену тянет. Репетиции проходят 3 раза в неделю. Актеры сами пишут сценарии, с энтузиазмом придумывают роли, шьют костюмы. За 20 лет поставлено 115 спектаклей. Вот, а ты кто? Я черный кот, мяу. У каждого актера театра «Виктория» непростая судьба, но с помощью искусства им удалось победить невзгоды и реализовать себя. Они поют, танцуют и декламируют стихи. Ребята, действительно, многим, я считаю, это помогало в их жизни. Как-то они через театральную студию раскрепощались. Когда я первый раз на них посмотрела, думаю, ну какие из них артисты? Честно говоря, даже не сомневалась. И на кого действительно не подумаешь, у них такие таланты открывались. За время работы театра «Виктория» дано более 100 благотворительных концертов в социальных учреждениях города. В репертуаре русские народные сказки, военные и фольклорные мини-спектакли. В каждом из них счастливый финал.